Так, ребята, всем привет, с вами Леон. Мне очень страшно. Я выживаю в этой шахте уже 20 лет. Как будто, но не особо выживаю. Наверное, мне очень страшно. Нашел железо, ребят, мне очень страшно. Я не могу, не могу поспать. Я просто не мог поспать, ребят. Мне было очень страшно, я с мечом засыпаю, ребят. Что мне делать? Я просто вот так добывать железо. Его достаточно много, хорошо. Вы знаете, я тут сделал себе каменные инструменты и печку, чтобы хотя бы немного согреться, и костер сделал. Вот костер мой. В инвентаре, это не страшно, реально. Я очень боюсь выходить наружу. Я не знаю, кто я уже, ребят, как меня зовут. Зачем я здесь? Ладно, ребят. Давайте соберем кровать. Берем в руки меч, идем отсюда, ребят, очень темно, я понимаю, что мне делать, как мне быть. Конечно, можно просто написать скилл, но я хочу как-то посложнее, чтобы было. Я нашел выход, ребят, я нашел выход, это было не так уж сложно. Но, ребят, это было очень страшно. Такое ощущение было, что 20 лет, я нашел как раз железо. Ладно, ребят, идет добыча железа на ваших глазах. Как добывает железо Леон. Да. Да, железо. Все добыто, Леон. Находит новое железо. Вот такой вот я. Так. Темно, что ли, не понял. Ну, вроде же на улице. Добыча железа идет. Такое мне реально очень страшно. Очень темно. Я мог в любой момент напасть. Так, нам место угля. Так, дела, поставим, есть что-то. Нету. И быстро, если на даче, на пятой передаче убегаем, ребят. Вот это да, свет, милый цвет. Я так тебя давно не видел. Курица, точнее не хочу. Ладно. Так, давай сейчас добудем деревце новым. Сверх, ну как сказать, топором, это марка, топоры рубят все, что вы увидите, очень хорошие топоры, рекомендую вам их купить. Купите даже несколько секунд, раз, два, вы бы так жили смогли бы, а он топор такой настоящий. Даже когда вы покупаете топор, вы можете руками ломать, но не знаю зачем вам топор такой уж хороший. Чем руками ломать, ну, у всех людей свои причуды, ребят. Некоторые ломают руками, некоторые разбивают их себе в голову, но потом они лежат в реанимации 20 дней, или может даже все с парнем плохо. Вот такие вот дела. Ну, никогда не хочу, чтобы выряжали время, заговорился уже. Реанимация — это даже очень плохо, если вы не знали. Откуда я знаю по фильму. Я же смотрю фильмы. А если вы смотрели фильмы, то пишите в комментариях, сколько вы их посмотрели. Давайте прямо вот тут, я не знаю, захотелось. Переживаем железо. Так, ладно, на костре железо жарится плохо. Ребят, будем... Вот много шахты. Раз, два, три... Я хочу возле деревни, чтобы и деревня была, и шахта, и корова была. Ну, возле деревни есть всегда шахта, ребят. Ладно. Это очень странно. Ну, что вы хотите? Шахта же это опасная. Прям вообще очень опасная. Вот это, конечно. Я упал, ребят, я упал. Тут лошадь, бред. Давайте посидим на ней. Что я так мало жизней? Лошадь, что я так мало жизней? Ладно, лошадь, до свидания. Монету седла, ну пусть меня знает, как хорошим человеком. Ладно, ребят, сейчас я вернусь к вам, когда найду же деревню. Ой-ой-ой, хотел нормально начать, получилось как-то тупо. Зря лопатный сделал. Я честно вам говорю, я не креативил, креатив не включал.
просто иду и решил просто первый раз в жизни вот эту всю дорогу посмотреть направо. И, пожалуйста, деревни, ребят. Какие-нибудь просто банально решил посмотреть направо. И деревни. Я так долго шел, честно, не креативил. Нашел. В деревне не заходил, нашел 4 железа. Ты куда был? Один раз умер с голоду. Просто есть жалко было. Так. Вот у нас штучка. Дырочка. Которая называется... Как это называется? Так, так, так. Почти. Такой нормальный деревень. Тут это деревня, как говорится, всегда и шахты. То есть голем, получается, какая-то большая, что ли. Так. Это деревня, что ли? Нормальная такая. Маленькая. Это маленькая. Это маленькая деревня. Так, смотри, с дорожкой. Шахты. Дорожка такая кончается тут. Уже тут у нас кто-то забыл. Так, ладно, пойдемте посмотрим. Только, ну, тут жить буду. Что мне еще делать? Корень есть, а тут ничего нет. Где я, бедный? Что такое кольчик из золота? Чего-то брать его не могут. Так. Знаете, что это заметил? Тут у нас ровно дождь прошел. Фу. Один голем. Два дома и одна церковь. Я понял, мало жителей. Но, да. Пошел в церковь, пожалуй. Тут вот это да, стеклянная черная панель, что ли. Прикает лаймово-синего просто. Текстурпак все это делает. Тут я буду жить, пожалуй, будет хорошо. Тут живется, не знаю, мне так кажется. Говорят, пока на вас не ночь, спать нельзя. Точка появления задана, давайте тут мы обустроимся. Так, так, так. Костер, ну костер вообще на улице стоит, давайте его поставим на улице. Жители... Дадим. Смотрите, у нас еще есть и лавки продавцов, у нас камушек. Так, мне кажется, только одна часть начала строиться. Конечно, очень мало. Сколько? Два жителя? Раз, тут фермер. Это да, ну вот срочно. Я буду сам дом строить. Слушайте, а что делать? Если я буду один житель. Их тут два, ребят, мне так вас жалко, что куда кого брали. Ну, огонь, конечно, неправильно поставил, но пусть будет. Не знаю, если ему нравится, то пусть будет. Купец, ребят, сейчас я вам помогу, буду дома строить. Вы что, братики? Ну, жители идеи не бросают, как говорится. Знаю, мажор выкупил дома, но его такой построит, мы вам своих идет, конечно. Только просто никак не выйти вот такие красивые. Зато уютно, зато пол сделали, прикиньте, просто. Реально жители жалко, когда стало. Почему дом построить? Что сказать, спасение жителей. Спасение жителей. А как мне это еще назвать? Это да, ребят, конечно, это жестко, вот так я могу только выразиться на это опасность. Понимаете, популяция жителей может раз, ее может не быть просто. Она может исчезть просто из мира. Так. Так. Давайте. Ну, не знаю, вроде, наверное... Спасу популяцию жителей, конечно. Тут кошка есть. Для нее построим домик. Если-то я не знаю, вот тут будет дверь как раз. Кошки любят домики. В принципе, им деваться некуда. Конечно, домики любят. Так. Вот тут дверь такая будет красивая, конечно. Что думаете, некрасивые жители будут давать? Нет, жителям тут сделают такой дом. Свои блоки сэкономить. Не... Так, надо посмотреть.
не только одному жителю дома делать, а всем. Вот тут я прикантовал себе церкви, вы знаете, можно поспать. Конечно, можно. Только могу исполниться. А вдруг? Как раз погода изменится, наверное, надеюсь, должна измениться. Спасибо. Так, умру. Кто сказал, я тоже тебе буду рад. Никто не то, что я надеюсь, а то, что я им, надеюсь, помогаю. Так. Тут мы сделаем раз, два. Сделаем вот так. По-любому должна быть у нас, ну как мне сказать, это угол, да, это угол, сейчас смотрите. Надеюсь, на угол, что я только что понял. Просто здесь дверь тут как-то забетонировать, что ли. Так. Дверь у нас будет вот тут. Прям на углу так стоит. Тот же, наверное, жителям будет. Вот так. Сносим просто угол один. Чтобы и... ребята, это я вам хочу сделать. Так. И потихонечку начнем ставить. Даже вот так сделаем, чтобы жители вообще кайфовали. Я кайфую. Ладно, я вернусь к вам, когда построю. Кубик посадил. Прекрасно, ребят. Это будет последний. Это будет настроение. Всем пока. С вами был.